Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Сегодня в рубрике «Индия» посмотрим очередной хоррор под названием «Holland the Resurrection». Меню меня уже пугает. Что-то мне подсказывает, что что-то будет связано со Слендером. Я мало знаком с описанием игры, то есть просто скачал ее. Это альфа-версия. Насколько я знаю, будет доступна только одна карта. В любом случае, давайте начинать. Так. Unity Engine не в самом лучшем исполнении. Мы можем приближать, мы можем садиться. Прыгать мы не можем. И дикий сенс, присущий этому движку. И играм с ним связан. Ладно, пошли. Фонарик можно концентрировать, да? На одной точке. Ну, пошли попробуем. Посмотреть, что нам принесут эти бежевые стены. Я бы только просто... Так. Шаги впереди. Ой, блядь! Он на меня бежит. Уйди, гад! Уйди, гад! Гад, уйди! Уйди, гад! Он меня жрет, блядь! Уйди, гад! Что ты со мной делать-то? Ай-яй-яй! Будем считать эту попытку неудачную. Он меня зажал. Так, как от него убежать-то? Что за идиотизм, ё-моё. Может попробовать убежать? А, не получится, да, убежать уже? Потому что его просто тупо нету. Ладно. Так, он опять бежит. Вот он, ой, мама! Мама, вот он. Я что-то взял, он за мной бежит. Блин, тут приходится убегать. Так, по-моему, он пропал где-то, нет? Ну, я понял. Смысл Слендера, да? То есть только тут за нами следует не длиннорукий, обезличенный персонаж, а какой-то бегун на дальней дистанции. Блин, почему он не чернокожий еще, скажите мне? Где ты? Где ты? Покажись. Вот он ты, да? Вот он ты, да? Ага, хрен тебе, я тоже умею бегать 100-метровку за 9 секунд. Ой, он обратно умеет поворачиваться. Я пробежал. Листочек. Блять, он где-то рядом совсем. Он останавливается, если я далеко убегаю. Но потом снова начинает бежать. Тут главное не попасть в тупик. Блять, да возьмись ты, листик. Листик, возьмись! Блиха-муха. Фонарик, дверь открывается, нет? Хрен нас два, он сейчас меня опять запрет. Да пошел ты! Берись, листик. Взялся, листик взялся, листик взялся. Блядь, убегаем. Нормально мы так попали. Вот эти шаги, да, эхо шагов позади себя. Капец, как напрягает. А почему у меня только две странички, я вроде больше брал. Да возьмитесь вы, ё-моё. 4. А так интересно, когда я возьму все 8, мне что надо будет сделать? Просто от него убежать в другой конец карты? Так, где-то здесь я начинал. Холланд ты. Вот он, да? Да, бежит. Бежит весь окровавленный. Блин, он где-то совсем рядом. Почему у меня здоровье отнимается, я не понял. Почему у меня здоровье отнимается? Надо только на ускорении бегать. Так, еще листик. Так, у меня 5, мне надо найти еще 3. Ну, понятно, что это по принципу Слендера. Это я уже говорил. И понятно то, что у меня жизнь из гулькин хрен. 20% из 100. Так, все-таки этот листик возьмется, нет? Он не берется, ну что я могу сделать? Давай, берись! Что написано? Не смотри назад, сваливай отсюда, никогда не останавливайся. Да я тебя понял. Ладно, я понял. Я понял, что я листик не могу взять. И сюда явно нам придется прибежать, когда мы возьмем последний фонарик. Последний листик. Что так изменилось-то? Не понял. Фонарь почему так близко стал?
потому что я приблизил. Ну, все, бежит уже где-то, падла. Ты здесь, нет? По шагам здесь. Где ты там? Где-то рядом. Где ты? Где ты? Ты от меня, что ли, бегаешь? Ладно, пофигу. Так, по-моему, я к нему бегу. Тут где-то рядом совсем. По-моему, листьев здесь нет, показалось. Где он есть-то? Так, сюда я понял, он может быть бежать в конце. Здесь тупик, я начинаю потихонечку уже карту изучать. Нам нужно собрать еще два листочка. И будет счастье нам. Только где их взять? Я слышу шаги позади. Позади меня шаги, бегу. Два листочка так я не найду. А, о, листочек. Ну что, съел? Бегунишка. Еще один. Где еще один листочек мой? Покажись ты мне, мой дорогой. Так, отсюда я пришел. Мы были близки к провалу. Листочек! Листочек! Валим, 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 валим. Валим, валим, валим побыстрей. Где-то выход должен быть. Главное добежать скорей. Блять, не тормози! Так, 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 так. Давай, давай, давай. Все, 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 все. Двери откройте. Двери откройте. Обратно к выходу. Обратно к выходу. Где вход был? Кто помнит? Где-то здесь вход был. Я не помню где. Блин, что-то нагнетают. Здесь вход был, нет? Это здесь был вход, ё-моё. Вот он, вот он, вот он вход. Вот он, вот он, вот он. Мы добежали, мы добежали. Быстрее. Дальше что? Дальше что? Ой, девочка какая-то сидит. Что с тобой делать? Что с тобой делать? Только не ори. Дура ты, без... Дура ты! Не ори ты так! Что делать-то, ё-моё? Что за психоделика, мать вашу? Да не ори ты так, ё-моё! Блядь, что за... Сейчас обосрусь. Наушники надо снимать. Ой, психоделика, ё-моё. Да выпустите меня отсюда! Я не знаю, как вы, а я сейчас хочу уже эскейп нажать. Хватит орать, дура! Истеричка! Неадекватная. Ну чё орёшь-то? Я принёс тебе странички все. Да пошёл... И чё? Индагайс? Что индагайс? Что это значит? Даниэл Амар, будь ты, ё-моё, проклят, чтоб тебя понос пробрал с такими звуками, которые ты занёс в игру. Вообще бешеная психоделика.
Когда он первый раз на меня побежал, я думал, я кони двину. Ну и когда эта дура неадекватно начала орать, у меня аж мурашки по всему телу бегали с неистовой силой. Несмотря на всю простоту геймплея, несмотря на небольшую карту и не сказать, что оригинальность идеи, ну пугать игре удается. Надо будет немножко отдышаться. Извиняюсь, если я опять визжал, но играть вечерком в хороших наушниках почти на полную громкость с такими криками, ну... Ну, в любом случае, надеюсь, вам также понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.